Золотится роза чайная, как бокал вина. Между нами дверь стеклянная, между нами тишина. А где Луна? Вон она. Ну чё, пацаны, на Луну? Я по облакам дойду до Луны. Вдруг я упаду. А, нет, я же мужчина. И чё, что я упаду? Все равно я ж не в Яшу упаду. Почти. Чел на облаках. Ну чё ты? Невозможно на Луну добраться. А, ну я вам сочувствую, если бы вы не могли туда попасть. Я уже в облаках. Привет, облако. Привет, Луна. Я здесь. Вот, пожалуйста. Блядь. Слышь, так с таким успехом на солнце можно залезть. Я выше облаков. Чел выше облаков находится. Итоги 3 года стримера Глада Валакаса. Украдено донатов больше, чем 814 000 рубль. Пройдено игр, затупов больше, чем 999. Смешных звонков, поздравлений школьников больше, чем 90. Попущенов больше, чем 100. Занюхано пердежа 10 тысяч. На Луну можно было только 1 апреля 3 года. Тогда был ивент прямо в синглплеере. Причем добраться можно было только с блока слизи. Хуизи, блять. Да я просто в облаках. Я бог. Жесть, я бог. Выше облаков, чел. Я просто облака преодолел. Жесть, я самолет. Блоков мало взял. Спускаться как буду? В воду прыгать? Я просто стою и смотрю. И чё? Блядь, ничего не поменялось. Да, зима, конечно, лютая. Холод невыносимый. Единственное, что меня спасает, это любимая КС, в которой даже нет зимней операции! Или же... Операция Frozen Blade у Epic Drop — это простой путь получить нож для каждого. Правила простые. Выполнил задание — получил приз. На 15-м квесте лутаешь перчатки или тайное АВП, а на 30-м и 45-м забираешь уже гарантированные перчи. Ну а на 60-м — бесплатный кейс с ножами от 10 тысяч рублей. Билет операции так-то стоит 600 рублей, но для вас по ссылке в описании лично я намутил 100% скид. Это подарок на Новый год каждому из вас. Мало? Тогда играй в бесплатную рождественскую мини-игру по CS2, в которой тебе просто нужно добежать курочкой до конца игрового поля и не попасться под пулю врага. Играть можно халявно раз в час, а за победу лутать скины. А если играть регулярно, можно фармить мега-кейсы. Вот наполнение 3-го мега-кейса всего лишь за 85 побед. Представляете, и все это халявно. Нафармить можно буквально ну за дня 3-4, ведь играть можно раз в час бесплатно. Все это добро продлится до конца этой зимы, поэтому ссылочку я оставил снизу, так же как и промо на 15% к балансу. Ставь ролик на паузу и играй в бесплатную мини-игру по CS2 и фарми зимнюю операцию. Я не хочу слезать! Мне нравится.
А я буду сейчас в воду прыгать. Ничего? Ой, страшно-то как. Так, а где ближе всего вода? Надо щит ставить, наверное, когда буду прыгать. Не пойму просто, ну так непонятно. Над водой или нет? На щиту так прям, если что. Ну ладно, похуй, да? Ну, с Богом, мужики. Выше нас только звезды, боги не умирают. Забывай! Блять! Забывай! Изи просто! Просто изи. Чувак еще сказал, говорит, сними ботинки, чтобы не сломать. Я вот, может, это мне и помогло как раз выжить. Я их снял, когда прыгал. Кенчику птичка залетела. А он ее съел? Или пох? А, смотря. Видишь, да? Видишь, что? Смотря. Смотрят. Смотря, смотря. Зумируют, видишь? Видь? Прям дорога на Луну называется. Типа нахуй ракеты, просто сразу прямая дорога на Луну, чел. Ага. Да, блядь, теперь нормально. Есть контакт. Есть контакт. Все, эту верхолазку забираем. Че, я неправильно что-то делаю? Зачем я это строю? Я на Луну иду, чел. Ну тут типа два финала, либо убить дракона, либо на Луну попасть. Именно правильным образом нужно рассчитать этот пелигею, точку и апогею. Я как раз сейчас слезу, рассчитывать буду там наверху. Должно нормально пойти. Плохо, что на облаке нельзя стоять долго. Пару минут всего, а потом оно растает. Потому что это все-таки вода, а я теплый. Поэтому нельзя долго стоять. Луна придет, но она второй круг делает. Как раз сейчас я дохожу, она как раз будет уже здесь. То есть точка пелигея найдена. Эпицентр Луны. Мой перицентр, чел. Красное небо — это предвестник судьбы. Все, я достиг точки пелигея, теперь апоцентр найти надо. Вот, все нормально. Будем идти на солнце, это как раз противоположная сторона Луны. Все пошло. Сколько блоков, я не знаю. Ну, штук 200, больше даже. Больше 200, по-любому. Ограничение строительства по высоте 319, чел. Все, типа верхолазка найдена. Выше я еще не был. То есть, по сути, я... Ну, и отсюда вижу весь земной шар. Финишная. То есть, по сути, я игру прошел. Я был там, где не был никто. Ну, то есть, выше некуда. Я был в самом низу и был в самом верху. По сути, я кубы туда построил и там их убрал. То есть, по сути, я там делал маска, машина, ростер. Ну, то есть, плюс-минус. Не, действительно, молодец. А чё? Сейчас Луну подожду, пока она придет рядом. Прыгну на нее. Это кто? Сфотографируйте, ребят. Чел на верхолазке. Ребят, фотографируйте чел на верхолазке. Фоткайте, фоткайте чел на верхолазке. Фотографируйте, скрините. Чел верхолазку познал. Не, не руфер, а просто верхолазочный мальчик. Что ты смотришь на меня?
Я к Богу пришел. Иди отсюда. Чего ты стоишь, попрошайничаешь? А? Уйди. Я пришел к тебе. С цветами? Дед. А с чем? С алмазами. Да пошел ты нахуй. Верхоласк покорилась мне. Луна, солнце, пересекая человека, создавая небесные мосты. Смотрите. Я между двух огней, видите? Между луны и солнца. Сейчас откроются небесные мосты. Сейчас прям будут. Небесные мосты вы где? Да я говорю, иди нахуй отсюда, а? Чё ты зыркаешь на меня? Не пойму что-то. Небесные мосты что сегодня? Выходные, что ли? Ладно, похуй, прыгаем. Ну, с Богом, мужики. Я тебе сказал, уходи, блядь. Понял, ладно. Прыгаем просто. Заводовая! Вау! Заводя! Вау! Заводя! Я поднимаю! Нормально! Нормально! Вообще изи. Вообще просто не почувствовал даже. Читай полную концепцию. Ты на один блок, если сместишь портал, то в аду это поравняется 8 блокам. То есть перенесешь на 100 блоков в реале, а в аду считаться 800. Так можно сколько угодно раз. Я понял, у меня в жопе зараза. Понюхай глазик мой шоколадный. Спасибо, браток. А, ну на, возьми на роток. Я извиняюсь, но спасибо. Ну что, ломаем аппарат. Потому что мне не нравится это место, где я нахожусь сейчас в аду. Ой, ну да, в чате правы. Наоборот, на земле 8 равно 1 в аду. Короче, либо на верхоласке строй. Ну, либо только сядь в лодку, уплыви на косарь метров и построй портал там уже. Вернешься домой по координатам F3. Я свою думу найду из миллиона, из триллиона тысяч, понял? Вот, допустим, я хочу лодку построить, но у меня пилотка порватая. Что мне делать? Что ты думаешь? Где лодка, чел? Ладно, похуй, человек без лодки может плыть. Сюда. Ну давай, допустим, вот уточки поставлю, да, и все, что мне. Блять, узко. Узко, да, правильно? Ой, блять, сука. Да я был в Нижневартовске, а теперь в Верхокаменске. Блять, заебал. Сука, чувствую себя Давид Гуэтой. Есть. Есть контакт. Ну, попробуем. С Богом. Ну, с Богом, мужик. Портал вообще не там. Портал вообще не там. Это вообще Нижневартовск полнейший. Тут верхоласка и не пахнет, чел. Из Нижневартовска все. Яша, сука, смотрит на меня и ждет. Смотри, какая-то хуйня не похожа на все. Как будто я тут уже был. Блин, ты что, Сережа? Карма. Я здесь был, это Верхоласка, Нижневартовск. У меня портал тут, кстати, недалеко стоял, первый. Я здесь был, чел. У, сука.
Ненавижу ты тут падлу, Яша. У нас же замок, получается, стоит прямо в самом низу, насколько помнится мне. Пить. Пить. Ну что, девчонки, потанцуем ламбаду любви? Ну что же, начинаем. Ладно, дед, ты потерялся уже. Последний совет тогда такой, что если доберешься не до фиолетового замка, а черного, где свиньи, то туда не иди. Они даже золотых бьют. Надеюсь, next time возьмешь обсидиан. Hi, Burrs. Спасибо, Burrs. Да. Иди сюда, сучья вымя! Блядь! Ну а хули начинай новую игру? Ты все ресурсы вокруг себя залутал. Сделай ты ебаные золотые яблоки. Ну послушай ты, зебло. А то мне уже не в кайф, как ты ПОКД умираешь. Привет, девушка. А ты что, не знал, что в лаве как в воде не поплаваешь? В лаве же сгореть легко, ты вот сгорел. Не хочу. Параша. Меня убил Яша. Просто убил. Человек умер.